присутствуем на площадке «Взлет», где представляем молодых художников, номинация «Фотография». Хотя здесь, ну, довольно странные объекты. Был отобран проект двух молодых авторов. Один из них Вера – фотограф, Катя – скульптор. Проект про путешествия. И можно ли из путешествия какие-то впечатления воспроизвести в виде произведения? Путешествовали по Европе, и проект сложился сам собой. То есть у нас не было изначального плана, что мы едем делать проект. В принципе, мы поехали туда за искусством. Все, собственно, вернувшись из Европы, набравшись сил, знаний, нам пришла эта идея. Почему бы не рассказать о путешествии как о каком-то экспириенсе, опыте и перенести это в искусство? Дорогие подписчики ВДНХ, мы приглашаем вас на нашу прекрасную выставку «Молодые, но не сломленные». Приходите, удивитесь, порадуйтесь. Да.